Далее в нашем эфире музыкальный номер певицы Марии Матвеевой, которая родом из Омска. Сейчас она уже долгое время проживает в Италии. Это оперная певица. Но сейчас я бы даже сказала, что это друг нашей программы. Не раз уже она у нас участвовала, была участником программы. И сейчас она находится в Омске. Кстати, вот немножко такое для поклонников ее творчества такую интригу создам. Она сейчас готовит новый клип, который совсем скоро выйдет. Новая песня. Ну а сейчас предлагаем послушать песню, которая уже известна, она называется «На границе миров», и это не просто песня, а четвертая композиция из международного музыкального проекта «Сибирские истории». Автор этого проекта сама Мария Матвеева и группа Deep Forest. Они стали победителями многих премий, и песня сама понравилась очень многим, и клип на нее очень такой интересный. Вы можете, например, зайти на YouTube-канал Марии Матвеевой и там его посмотреть. Вот, и здесь прозвучал еще голос очень известной певицы, зовут ее Ольга Сергеева, то есть не только Мария здесь исполняла песню, эта певица когда-то пела для одного из фильмов Андрея Тарковского, вот, кстати, сегодня уже говорили мы о Тарковском в рубрике «Чтобы почитать», ну, в общем, не буду долго все рассказывать, связано, да, все связано в нашем эфире, вот так как паутина, оперная певица, сопрано Мария Матвеева, прекрасная исполнительница, прекрасный веселый человек, отличная певица. Песня «На границе миров». Давайте послушаем, посмотрим. И если вы уже ее знаете, можете подпевать. Прозрачный лес, как мираж загадочный.
такая загадочная, народная, я бы даже сказал, музыка. Околонародная, да. Сказочная такая. В каком-то мире. В общем, спасибо большое Марии Матвеевой за исполнение. Ну, все равно всегда приятно с утра хорошую музыку послушать, тем более в живом исполнении.